Платы губернатор держит на особом контроле данный вопрос, вплоть до того, что мы просмотрели все ведомости школ, каждый педагог сколько получил заработную плату. Угу. Отработали также, и сейчас еще отрабатываем с Николаем Николаевичем. То, когда он имел ситуацию, касающуюся заработной платы, когда говорил об этом, у нас же с вами повышение прошло с октября месяца, да? А получили, кто-то получил за октябрь, кто-то получил в ноябре авансом. Поэтому сейчас на данный момент все проблемные вопросы сняты, все урегулировано. У нас действует рабочая группа, в которую входит тоже у нас представитель профсоюза. Все моменты, вот где наболевшие есть, всегда же бывает где-то момент. Мы готовы отработать, рассмотреть и все пожелания рассмотреть, все выполнить. Ну, все-таки какие проблемы есть у нас районы? Пока на данный момент вопросы все отработаны. То есть везде зарплаты 14% подняли? Мы отрабатываем все данные. Сколько сейчас в среднем получает учитель? Учитель в среднем 28-100, а сельские? Средняя составляющая. Но сельская там надо смотреть, опять же, смотреть надо по каким районам, там же у них доплата выплаты есть. Вот средняя у нас 28-100, как она положена. То есть проблема, которая возникла со школами Саратова, тоже решена? Да, все решено, проблемы все решены, да. Большое спасибо.